Адалин Мари Боуман появилась на свет 1 января 1908 года. Много лет спустя она завела свою семью. Но холодной зимней ночью 1935-го жизнь Адалин переменилась навсегда. С той самой ночи Адалин оставалась неподвластна течению времени. Мэм, здесь написано, что вы родились в 1908-м. Значит, вам сейчас 45 лет? Выходит, да. Она больше не старилась ни на один день. Следующую нашу встречу я буду другим человеком. Но я навсегда останусь твоей мамой. Когда ты не можешь стариться вместе с любимым, это лишь разочарование. Я вас провожу. Благодарю, но я справлюсь. Как мне вас найти? У тебя была долгая жизнь, но ты не жила. Скажи мне что-нибудь, чего я никогда не смогу забыть. Отпусти.